Повезло, конечно, пермякам, потому что бросок был совершенно убойный от Александра Котова. Встреча локтем от Виктора Зайцева в кадык Роману Остащенко. Ну что, здесь все видели, я думаю, что рефери прекрасно. Означает ли это прямую красную карточку? И нужен ли для того, чтобы удостовериться в эпизоде арбитра просмотр? Красную покажут. Мяч уже Витя Зайцев. Да, красная. Витя Зайцев мяч. Синяя? Да. И, да, Витя... А вы объясните, Сергей Николаевич, зачем здесь синяя карточка? Ну, синяя говорит о том, что последует рапорт, и игрок может быть дисквалифицирован на какое-то количество матчей. После красной, в принципе, уже можно выходить на площадку в следующей игре. Так вот, Витя Зайцев мяч поймал уже. Он был у него под контролем. И вот только после этого он двинул локтем Рома Остащенко.